Всем привет, вы попали на канал Hard Info, и в этом видео расскажу вам, как можно изменить язык помощника, голосового помощника в наушниках Bose AirDrop SoundLink. Итак, для этого нам понадобится приложение Bose Connect, в котором мы на главном экране нажимаем на шестеренку справа сверху. И здесь у нас вот язык подсказок. Но перед этим давайте я их вообще включу. Теперь нажимаем язык подсказок и можем выбрать любой удобный нам язык. Мне, например, польский неудобный. Вот, допустим, русский я понимаю. Вот, и поэтому давайте попробуем использовать его. Теперь можем нажать на крестик и, как видите, давайте проверим, наши настройки сохранились. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!